Что день грядущий нам готовит? Ох ты, ёлы-палы, красотища-то какая. 21 октября, а на дворе солнце. Резко похолодало, буквально за последние там 5 дней. Я уже не купаюсь, хотя местные плавают, народ купается, но на берегу уже так. Вчера, вот позавчера, такой как-то было прохладой. Прям четко веяло. Ну, сейчас, похоже, надо пойти посмотреть, что там с морем. Не пойти, а поехать. На самокате, ребята, давайте на камешке я вас прокачу, покажу, где я любил и люблю сидеть, дышать. Там шикарный запах моря. Знаете, мидии, рапаны, я не знаю, такой вот морской воздух, вот чистый морской воздух. Там такая какая-то роза ветров. Погнали, на самокате. Вот тут со мной мой самокат, привез я его, очень доволен. Поскольку скоростуха на самокате приличная, 42 километра там у меня, пришлось одеть курточку. Вот они мои два средства передвижения. Выбираю сегодня вот этот. Как там меня видно, как слышно? Сложу стихи на память о вчерашнем дне. Ты прочтешь, и я надеюсь, вспомнишь обо мне. Сколько радости и света, и поет душа от одной лишь только мысли, как ты хороша. Да-да-да, девочка красивая, сладкая, игривая, золотые волосы, словно водопад. Да-да-да, девочка красивая, нежная, ранимая, манит и дурманит твой лукавый взгляд. Было счастье, было лето лишь для нас двоих, и казалось все возможно в этот чудный миг. Даже радовалось солнце, глядя с высоты, как застенчиво и нежно улыбалась ты. Девочка красивая, сладкая, игривая, золотые волосы, словно водопад. Да-да-да, девочка красивая, нежная, ранимая, жаль, что это лето не вернуть назад. Светом озарилась звездопад утих. Сказка кончилась, осталась все в мечтах моих. Девочка красивая, сладкая, игривая, золотые волосы, словно водопад. Да-да-да, девочка красивая, нежная, ранимая, я в тебя влюбился много лет назад. Девочка красивая, сладкая, игривая, золотые волосы, словно водопад. Да я, да, девочка красивая, нежная, ранимая, ей ушедших в лето не вернуть назад. Да, я говорю, буквально прошлая неделя, ну, все ходили в шортах. Реально, вот 16-го я еще купался, сегодня 21-е. А сейчас уже все в курточках. Осторожно, обрыв. Вон там на этом, где камушки. О! Ух, сегодня прям штиль. Тут ветра, главное, нет. О, медузы повыбрасывал. Одна, вторая.
А когда тепло было, вот здесь, там есть проходик между камнями, местные там купаются, заходят, плюх и погнали. Ну, я вот в такой не люблю заходить, когда под ногами прям камни. Но здесь вот аромат, воздух, ну просто, он лучше здесь, чем на песках. Ну, вода реально не холодная. Прохладно только на берегу. Если взять с собой какое-нибудь полотенце, растереться, вполне может быть. Вода теплая. Здесь, когда ветер поднимается, очень много парапланеристов гоняет вот так вот вдоль берега. Вот где-то оттуда. И они и вот туда, аж до верха. О, дедулечка, молодец, пришел, сейчас будет купаться. Ну давай, вывози меня, спидвейчик, в гору. Вперед! Смотрите, у кафешки вот здесь есть интересные такие кабинки, да? Ну, здесь стекло. И закрываешься там, и у тебя вид на море. Здесь можно шторы с одной стороны, с другой закрыть. В общем, шикарно. Арендуешь, летом здесь вообще не попасть. Не помню, сколько это стоит, надо уточнить. Классно, что с одной стороны закрываешь этим все занавесками, а у тебя только вид на море. Вон там внизу народ лежит, загорает, голенький практически. Не, погода еще позволяет. Сейчас 4:30 вечера, ну реально жара. Я вот сейчас сижу и хочется снять. 16:25. А пишут там 17-18 градусов, ну на солнце ну точно больше 20. Точно больше 20. Так что еще вполне вероятно, что я тут буду нырять неделю. Thank you.